Здравствуйте. В эфире программа «Слово Церкви». С вами я, руководитель миссионерского отдела Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатурян. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Отец Тигрий, осенью к нам вновь прибудет наша родная икона «Курское коренное знамение». Но опять останется в Курске совсем ненадолго. Почему ее не возвращают к нам навсегда? Это несправедливо, я так считаю. Ведь в Нью-Йорке нет такой очереди к нашей матушке. Вероника Авдеева, поселок Коренево. Несомненно, в одном вы правы, Вероника. Таких очередей, как в Курске, в нашей епархии, в Коренной пустыне, к нашей чудотворной иконе нет. Ни в Нью-Йорке, ни в Австралии, ни в Германии, ни в других странах русского зарубежья, тех приходах, куда с той или иной регулярностью привозят нашу чудотворную икону знамени. Но все ли меряется очередями? Можно ли на основании количества людей, которые идут к иконе, делать такие далеко идущие выводы? У каждого из нас своя мера справедливости. Но ни по нашей справедливости, ни по нашему разумению, в 1918 году икона надолго покинула русскую землю. Мы знаем эту историю, когда вместе с владыкой Феофаном и отступающей Белой армией икона через Крым ушла за границу. Давайте мысленно перенесемся в тот далекий Нью-Йорк, который вы упомянули в своем вопросе. Бизнес или экономическую столицу Соединенных Штатов, можно сказать, даже всего мира. В этом своеобразном Вавилоне есть русские люди. И вокруг них все не русское. Вокруг них совершенно чужая, можно даже сказать, уже не христианская культура. Нехристианское мышление. Люди, которые живут, ну, в основном, исходя из своих каких-то нужд, представлений о жизни. Как мы знаем, самое главное в Америке – это заработать деньги и заработать их побольше. Потому что особо времени на отдых нет, на досуг тоже. Люди только тем и занимаются, что зарабатывают деньги. И вот в этой довольно сложной цивилизации икона знамения Курская коренная для многих наших соотечественников, особенно эмигрантов второй, третьей волны, да и тех, которые вот недавно, может быть, переехали туда вот ради заработка или даже на постоянное место жительства, нет большего утешения, чем иметь возможность приложиться к этой иконе. Или, как иногда бывает на некоторых приходах, наиболее благочестивым прихожанам разрешается привозить икону домой, и она может пробыть у них ночь или даже несколько дней. В какой-то степени я согласен с тем, что икону можно было бы привозить на более продолжительный срок, и эти разговоры идут, переговоры, и мы надеемся, что со временем так и будет. Но каких-то еще 10-15 лет назад было практически невозможно представить ситуацию, чтобы икону вообще привезли в Курск. Я очень хорошо помню далекий 97-й год, когда ныне покойный схимитрополит Ювенали написал проникновенное письмо архиепископу берлинскому, западногерманскому и великобританскому Марку, владыке Марку, которого мы сами видим постоянно осенью, он привозит к нам икону, возглавляет делегацию. Владыка Ювенали в том письме очень просил привезти икону к 700-летию ее обретения при корнях древа. Тогда владыка Марк ответил, что он сам очень желает привезти икону, но пока обстоятельства этому не благоприятствуют, то есть пока нет такой возможности. Но уже через 10 лет, в 2007 году, после состоявшегося воссоединения двух ветвей одной церкви, это
событие оказалось возможным. И как мы сами помним, уже в 2009 году сам святейший патриарх Кирилл вместе с тогдашним предстоятелем и нынешним предстоятелем зарубежной церкви митрополитом Иларионом привез икону в Курск. И невозможное стало возможным. И Божья Матерь снова преклонила милость свою к нашей Курской земле. После многочисленных десятилетий государственного безбожия и атеизма, после страшных гонений и закрытия храмов, это состоялось. Я вот думаю, что сегодня не нужно так сильно торопить события и своей мерой справедливости мерить нынешнюю ситуацию. То, что 20 лет назад казалось невозможным, теперь является чем-то обычным и естественным в нашей жизни. Кто знает, может быть, через 20, 30, 40 лет, когда нас уже и не будет здесь, на этом белом свете, икона гораздо больше будет находиться в Курске. Но давайте заметим еще и то, что нынешнее количество посетителей, вот мы считаем каждый раз, подводим итоги, вот последние несколько лет к иконе подходит несколько десятков, ну, может быть, там сотни тысяч людей. Это опять-таки несопоставимо с тем, как это было в первый привоз иконы. Когда около 600 тысяч людей, конечно же, множество гостей из разных регионов, приложились к иконе чудотворной. Тогда люди стояли в очередях до 20 часов. Кто знает, может быть, может так получиться, что когда икона очень долго будет находиться в Курске, люди им привыкнут и, возможно, уже не будут так дорого ценить ее присутствие в нашем городе. Давайте вспомним известную историю, которая упоминается в Акафисте о Божьей Матери Знамени Курской Коренной. Когда некий рыльский князь Василий Шемяка решил, что икона должна находиться у него в Рыльске, и просто привез ее в Рыльск. На следующий день обнаружили, что иконы нет. Потом снова привозили. Она снова чудесным образом оказывалась на месте своего обретения. Наверное, сложно спорить с Божьей Матерью. И, может быть, вообще этого не стоит делать. И пусть ситуация развивается так, как сама Пресвятая Богородица этого желает. Она пожелала, чтобы ее образ чудотворный, намоленный, вернулся в Курск. И он ежегодно к нам возвращается. Давайте ценить те драгоценные мгновения ее пребывания в Курске, когда действительно мы с огромным удовольствием, желанием, немного потрудившись, постояв несколько часов в очереди, имеем возможность приложиться к этой великой святыне. Во время пребывания иконы в Курске она посещает различные медицинские учреждения. У нас выделяется специальный день, когда икона посещает онкологический диспансер, онкоцентр, перинатальный центр, детскую областную больницу. И те, кто сами самостоятельно не могут приложиться к иконе, получают огромное утешение. Не есть ли это чудо в нашей жизни? Я думаю, что это однозначно есть чудесное проявление промысла Божия и самой, и заботы самой Пресвятой Богородицы о тех людях, кто самостоятельно не может передвигаться. Как в той известной евангельской истории, когда Господь вошел в известную купальню, которая имела 5 крытых входов, так называемая Вифезда, и там встретил расслабленного, который несколько десятков лет пролежал, каждый раз ожидая, что кто-то поможет ему первым погрузиться в воду после того, как ее возмущает ангел. А это происходило раз в год. Но, к сожалению, никто не помогал этому лежачему расслабленному. Оказывались каждый раз те, кто гораздо быстрее передвигался, имел меньше немощи и первым
оказывался вот в этой возмущенной ангелом воде и исцелялся от всех своих заболеваний. Но вот к этому человеку пришел сам Господь и поднял его на ноги. Так и сегодня Пресвятая Богородица в своем чудном образе посещает тех, кто не может самостоятельно добраться до собора и, отстояв небольшую очередь, приложиться к этой иконе. Давайте возблагодарим и Бога, и Пресвятую Богородицу за те великие благодеяния, которые мы сегодня имеем, и не будем своим ограниченным умом и не всегда справедливым суждением выносить какие-то решения и определять место и время пребывания иконы. Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к завершению. Мы ждем ваших вопросов. Вопросы священникам можно задать через сайт телеканала Сейм, seiminfo.ru. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. До свидания.